начинается сафари в Непале. Вы видите, уже переходит к слонике. Он сказал, поехали, и махнул рукой. Don't put your hand in the water about half an hour, okay? Okay. Так, посмотрите, крокодили здесь, на берегу. Вон крокодила, видите? Не орите только. Это масмагр, называется, это опасный. Это опасный. И второй вот. Вот. До скольки метров вырастает? До скольки метров вырастают они? 4,5-5 метров. 4,5-5. Ну а себе. И оно все складывает. Отдыхает. И переход слонов. Ждет, хочет уже переходить. Слишком долго вы плывете. С двумя ноздрями это какой? Это индусский. Это который опасный? Нет. Африканский опасный. Слушайте, в Намибии. One more crocodile ahead there. Left side. Крокодил. Ой, вот смотрите, лежит прямо рядом. И смотрит на нас. Вот переправляют лодки вверх по течению за новыми туристами. Такие агрессивные бывают на воде. А без воды, когда они сидят, то они не смогут скорости менять. А вот этот домик как бы, да? Вот в таких местах опасно. Ага. Это тоже домик, да? Домик крокодила. Вот перевезли туристов и возвращаются на базу обратно для новой партии. А вон второй, смотрите, морда. Это же второй маленький, вот так вот голову положил. Угу. На бревно. Прямо самой корешке. Момо, буйволы. Баф. А, баф. А крокодил может такого, да, завалить? Да. Вот это мы и кушали на протяжении всего нашего путешествия. Это так называемый буйвол. Момо по-местному. Ну что, уже обломал тебе кто-то рог, дружок? Каноэ, на котором мы совершали путешествие по реке, называется Симоя. Вот из этого дерева выдалбливаются эти лодки. Вот и завершилась прогулочка. Сразу все по реке. Само собой. Для безопасности покидаем лодочку по одному.